необходимо сделать цветок уже вот с такими размерами. По предыдущему мастер-классу вы можете посмотреть, как я готовила основы, лепестки и тычинки. Тычинки для этого цветка уже будут не 3 сантиметра, а 3,5. В первом варианте у меня получилось очень активно, ярко и чересчур видны прожилки. Они получились очень даже активные. К сожалению, натуру показать не могу. Цветок завял. Поэтому уже делаю по памяти. Во втором случае у меня получились более мягкие оттенки и менее активные прожилки. Вот я уже начала его делать. Также пестик у них тройной. То есть 3 пестика на одном стволе. Как можно делать такие тычинки? Можно посмотреть в мастер-классе про мелочь для букета. То есть основной способ соединения таких тонких деталей. Итак, для расцветки нам понадобятся перманентные маркеры. Голубой, розовый и фиолетовый. И также масляная краска. Фиолетовая и темная. Я уже подготовила лепестки, и они у меня высохли. Сначала будем работать голубым цветом. Отступаем приблизительно 3 сантиметра и в центре прорисовываем этим голубым. Закрашиваем. Самые боковинки оставляем нетронутыми цветом. Лучше начинать с внутренней стороны лепестка. Теперь от этой части прорисовываем центральную линию, которая плавно утончается к носику. Таких линий должно получиться 5. У меня, к сожалению, с этой стороны маркер уже не пишет. Приходится рисовать толстой стороной очень аккуратно. С одной стороны 3 линии. Две линии. И с другой стороны дополнительно еще 2 линии. От самого края отступаем приблизительно 1-2 миллиметра и начинаем чертить тоненькие линии. Буквально в 3 миллиметра, опуская к центру. Тот же самый рисунок мы повторяем и с изнаночной стороны. Его уже прекрасно видно. Дополняем цвет. Теперь немного розового. От этой части протягиваем еще раз линию до серединки и по краям. Смешение розовый с голубым дает мягкий фиолетовый оттенок. И получается очень интересно. Самый край у них очень активный цвет, прям ярко такой фиолетовый. Теперь берем фиолетовый маркер
Дополняем вот этот цвет и проводим к низу плавно. Старайтесь самый носик не трогать, потому что будет потом очень сложно приклеить. И проводим линии у самого основания. С изнаночной стороны и с лицевой. Самые боковинки у нас остаются светлыми. Теперь разведенным фиолетовым цветом. Сначала дополняем оттенок по самому краю носика и плавно растираем к центру. С одной стороны и с другой стороны. Заодно масляной краской мы прокрываем маркер, и он у нас не сотрется. Теперь активным фиолетовым в этой части подкрасили и плавно растираем к центру. С одной стороны и с другой стороны. После окрашивания приклеиваем лепестки. Первый слой я уже приклеила на одном уровне. Сейчас будет немного сложнее приклеивать, так как лепестки уже практически высохли. Поэтому придется немного каждый лепесток подержать, чтобы он хорошо
Приклеился. Первый. Обязательно между предыдущими лепестками и на одном уровне. Так, чтобы при закрытии все лепестки были одинаковы. И еще один. Чуть пониже. И подержали. Далее протягиваем ствол, делаем пленочку и листики.